Христос воскресе. Для меня это является особой радостью получить это предложение, принять участие в работе данной конференции, на которой находится такое большое количество гостей со всех стран мира. Я бы хотел поблагодарить организаторов этой превосходной конференции, которые, конечно же, за их гостеприимство и за всю работу, проделанную ими. Все это является доказательством той любви, которую они охватили нас, обняли нас за все эти дни. Тема моего доклада – пасторское попечение церкви как выражение общения во Христе. Это у меня на родине есть одна поговорка: уступи слово преподавателю и жди следующего утра. В эпицентре церковного деления находится человек. Церковь пытается приблизиться к каждому человеку, потому что спасение во Христе может быть передано каждому человеку во всех поколениях. Апостол Павел передает эту духовность своими словами. И, конечно же, церковь заботится о всех нас, и ее работа выше пространства и времени. Но, тем не менее, мы не должны забывать основные элементы, которые являются фундаментом для каждой социальной деятельности нашей церкви. Церковь – это не просто историческая организация или институт. Это на самом деле настоящее живое присутствие Христа в истории. Каждое действие обозначает что-то новое, что может быть открыто присутствием Иисуса Христа в истории. Здесь не идет речь от апокалипсиса Бога в истории, которая продолжается в сегодняшние дни Святым Духом и берет начало от появления Христа. Конечно же, то ситуация, в которой пребывает человек с момента своего падения, это ситуация, где присуща смерть. Смерть как последствие греха для нашего человека. А современная наука подчеркивает, что смерть остается трагедией и нигилирует его присутствие и действие. Человек сам не смог с собой договориться, как мог сказать великий Афанасий. Если вы увидите, что внимание людей пришло к тому, что находится ближе к ним, и полностью они могут этим ощущать, то есть свои ощущения и свое тело. Возможно, они искали это, но ближе всего к этому относятся собственные ощущения и тело. Результатом стало прекращение умственного участия в обществе с Богом. Конечно же, вот эта тенденция человека заниматься именно тем, что находится ближе, своим телом и своими ощущениями, это особо ощутимо в сегодняшние дни. Это касается так же, как христиан, так же и пасторов. Спасение от смерти находилось рядом с человеком. Это было совсем рядом. Это спасение было найдено во Христе.
любовь Божья, божественная речь, признает общую человеческую натуру со всеми ее способностями. Божественная речь была высказана однажды, и все то спасение, которое может быть во Христе, оно относится ко всем людям, независимо от времени и от пространства. Это является восстановлением отношений между Богом и человеком навсегда. Воплощение, человеческая натура. Является союзом ипостаси с Богом. В одном вечном обществе, в вечном обществе с церковью, отцы церкви как раз и видели суть этого спасения. Конечно же, было сложно сохранить эту веру относительно соотношения Бога с человеческой натурой через Христа. Церковь отвоевывала свое право сохранить эту веру во Христа, и хочет выразить важность этой веры для себя. Это несло не только не идеологический характер сохранения этой веры, но больше пространство, где есть спасение, не существует для церкви, помимо того пространства, где есть отношения между Богом и человеком посредством Христа. Христос является единственным спасителем человека, который может превзойти смерть. Сама суть церкви — это помочь выявить это общество церковного. Есть одно согласие, которое не ограничивается границами этого мира, но также переходит к небу. С этой точки зрения церковь это является переходом из настоящего в будущее, к грядущему. И следующий вопрос возникает таким образом: так где же есть церковь сегодня? И ответ простой: там, где она всегда была исторически, в ее таинствах. С действием Святого Духа мы можем формируется присутствие Христа в течение истории. Эта позиция Гамалиила, конечно же, конкретно определяет саму суть духопопечительной работы, так как пасторская забота — это, во-первых, сотрудничество человека к действию Богу. Пасторская забота в своей сути выражает результат общества Божьего с человеческой натурой во Христе. Пасторская деятельность всегда двигалась, всегда существовала как внутренняя церковная сила в своих литургических границах.
сегодня чаще, чем никогда, мы слышим термины «современный человек», «человек», «сегодняшний человек». Но даже очень часто мы слышим, как «новый человек технологии». Нету нового человека, нету новых соблазнов, потому что все, что новое, требовало бы нового отчеловечения. Церковь разделяет предыдущего старого человека и нового человека во Христе. Одна из задач пасторского богословия — это понять, как ведет себя, и понимать не только Адама относительно к Христу, но и поведение человека в современном мире, в 21 веке. Эти термины относительно современного человека, я не считаю, что должны затрагивать пасторскую заботу церкви, потому что, несмотря на то, что поменялись условия в жизни, человеческая природа не изменилась. Сегодня мы видим некоторые соблазны. Это комфорт, это получение удовольствия, это покупательская способность, потребительская способность. Жизненный уровень. И, конечно же, в отсутствии какого-то аскетизма. Сегодня мы живем во время всеобщего кризиса, финансового кризиса, но также и социального, семейного, духовного. Это многогранный кризис. Мы также не должны игнорировать церковный кризис. А что это означает? Что церковный кризис выражается фактом отсутствия церковного подхода, то есть церковного сознания верующих. Это кризис более значимый и является наивысшим вызовом для духа пасторского душепопечения. Мы часто слышим, церковь пустая, но народ не приходит в церковь. Как мы можем вернуть их? Цифровые средства — это хороший способ подойти к людям и вернуть их в церковную жизнь. Давайте не будем думать, как мирские или... Церковь не является партией, которая теряет свои голоса, или предприятие, которое теряет клиентуру. Церковь не нуждается в рекламе или хорошего менеджмента, но должна поделиться обществом во Христе. Церковь уже на протяжении 20 веков работала в таком контексте. А это именно является показатель, где и как должно вести себя духопопечительское душепопечение, вся эта работа. Средства массовой информации, в котором принадлежит в том числе интернет, существуют только для передачи информации. Поэтому это называется информационные технологии. Но никак не мир знаний. Каждое средство, которое передает информацию, является посредником от человека, передающего информацию, и получающего его. Информация передается кому-то относительно к чему-то. С точки зрения церкви, это является приобретение общества и единство между тем, кто передает информацию, того, кто ее получает. Спасение человека предполагает общество божеской и человеческой природы. Присутствие и встреча — это одни из основных ключевых моментов общества во Христе. Мне кажется, что сегодня мы не страдаем дефицитом информации, но больше мы страдаем дефицитом
общества с Богом и с ближним нашим. В заключение я хотел бы перевести один пример. Она действительно, технология может открыть нам новые возможности. Цифровые средства позволили нам многое. Нам получилось, что мы передаем в онлайн-режиме богослужение. Человек в любой точке планеты имеет доступ с этими средствами. И посредством интернета у нас есть доступ к огромному объему информации. Больные в больницах могут посредством телевидения или даже с мобильного телефона или планшета могут наблюдать за богослужением, например, во время Пасхи, а также множество передач духовного содержания. Мы стараемся удовлетворить религиозные потребности наших верующих. Но теперь возникает вопрос, так все же, сколько служителей церкви во время Пасхи, которые пошли в больницы, посетили больницы, дома, тюрьмы, для того, чтобы пообщаться с больными и с заключенными. Мне возникает вопрос, используем ли мы правильно все те средства, которые есть у нас для того, чтобы расширить нашу пасторскую деятельность. Конечно же, хорошо используют интернет и разные цифровые приложения, но мы не должны забывать, предавать забвению богатство нашей традиции. Давайте все-таки не позволим из-за того, что чрезмерного употребления или злоупотребления технологии, чтобы никто не мог сказать, не возникла та ситуация, когда кто-то мог сказать: «Господи, человека у меня нету». Благодарю вас за ваше внимание.